С помощью любителей кастомного контента в Варкрафте порой можно взглянуть на обычный игровой мир с другой стороны. Все привыкли, что какая-то локация или система, или какое-то задание всю историю игры выглядело одинаково, иногда очень скучно. А создатели кастомного контента дорабатывают и меняют привычное так, чтобы оно, по их мнению, стало интересней и лучше. Сегодня я хочу рассказать о разных концептах и наработках мододелов, которые предлагают несколько другой взгляд на привычные вещи. На ивенты и места в локациях, на игровые таланты классов, на миссии в третьем Варкрафте, на дополнительную систему защиты при входе в игру и даже на графику. В World of Warcraft существуют в разных локациях места, которые вроде бы непримечательны, но дают почву для размышления о том, что здесь должно было быть что-то большее. Одно из таких мест находится в пустынной части локации Тысяча Игл, и именуется это место как гоночная трасса Мираж. В небольшом лагере вот-вот должна начаться гонка между гномом и гоблином на гоночной трассе, которая раскинулась по всей засушливой локации. А игрока поручают выполнять квесты, чтобы помочь свершиться гонке, убивать василисков, фармить всякие технические детали, которые благополучно раскиданы по всей локации, убивать черепах и еще много чего убивать. Ну а как только квесты будут завершены, игрок благополучно отправится куда подальше. Еще в древние времена в головах некоторых людей возникло предположение, что игрок, возможно, по какой-то древней задумке должен был бы сам принимать участие в гонке, чего не было в релизной версии игры. Одно из немногих, что намекало на несколько расширенные возможности, это несколько квестов из времен беты Варкрафта с названием «Гоблин победил» или «Гном победил», что, вероятно, могло предполагать какую-то вырезанную азартную игру а-ля ставки на победу на того или иного гонщика. Тем не менее, если разработчики не реализовали гонку, в которой может и будет участвовать реальный человек, то этим займутся любители кастомного контента. За много лет было много попыток сделать из этого места гоночную трассу, но, как правило, суть была плюс-минус одна. Есть огромная трасса, на пути которой игрокам встречаются разного рода препятствия, например, колонны или огромные камни, которые уничтожают транспорт игрока, ежели тот не сможет вовремя уклониться. А на самой трассе находится куча бафов, которые могут либо ускорять игрока, либо замедлять противника. Ну а участвовать в этом движе должны только реальные игроки, ну или боты, которые будут пародировать игроков. Некоторые вписывали это не просто как мини-игру, а как какое-то задание, эдакое продолжение оригинальной цепочки, по которой на каком-то этапе нужно за энное количество секунд пройти столько-то кругов гоночной трассы. В общем, фантазии игроков не было предела, а некогда малопримечательная локация с помощью подобных мододелов превращалась в весьма необычное место. Древо талантов — это очень важная штука, когда дело касается классовой системы. За историю Варкрафта, как таковое, древо талантов несколько раз менялось. В альфе и бете Варкрафта вместо системы древ игрокам каждый уровень давали энные очки, за которые игрок покупал способности или их улучшал. В релизной версии ванилы появилось огромное древо, где игрок был волен выбирать нужные ему таланты, в одной из нескольких вкладок тратя на это специальные очки талантов. Ну а сейчас древо талантов — это промежуток нескольких уровней, где на выбор игроку дают возможность выбрать один из трех талантов. Любители кастомного контента в разные времена предлагали свои, как правило, гораздо более безумные версии древ талантов. Самое актуальное и известное в рядах игроков на кастомных серверах — это вообще как таковое отсутствие способностей у каждого класса. И огромный лист способностей, которые игроки могут выбирать при прокачке каждые несколько уровней, тем самым создавая себе абсолютно гибридный класс, который будет состоять исключительно из тех способностей, которые выберет игрок в нужной вкладке способностями. Ну, к примеру, Таурен-разбойник с возможностью кидать на себя бабл, параллельно себя исцеляя способностями шамана. Почему бы и нет? Были и другие системы талантов и системы способностей. Например, относительно свежая концепция копирует древо талантов из известной игры Path of Exile, сокращенно POE. POE имеет вырвиглазную систему талантов, которая безусловно испугала не один десяток игроков, так как она огромна, невероятно огромна и сложна. Ее, насколько смог, перенес игрок по ником Stoneharry. Вместо обычных классов, воин, рыцарь смерти, охотник на демонов, маг и так далее, он создал энные глобальные классы, всего их 5. Рейнджер, воин, заклинатель и тому подобное. Игрок при начале игры выбирает один путь, условный рейнджер или условный защитник. Когда игрок будет апать новый уровень, ему будет даваться энное количество очков талантов, которые можно будет потратить на прокачку, собственно, самого древа талантов.
Такое древо талантов имело два условных кольца – внутреннее и внешнее. Игроки начинают прокачивать свое древо талантов с внутреннего кольца, где вначале на выбор есть только 5 основных талантов. От этих талантов во многом будет зависеть то, как будет выглядеть класс. От того, что игрок будет условным танком, до того, что игрок будет условным местным подобием охотников. Или хилом. Далее, по мере прокачки, добавляются новые и новые способности и таланты в внутреннем кольце. Затем, когда в внутреннем кольце станет достаточно много прокачанных талантов, открывается внешнее кольцо, которое еще больше, которое еще сложнее, и которое дает дополнительные выборы для создания гибридного класса. Возможностью создавать кастомный логин-скрин для Варкрафта никого не удивишь, это делается относительно просто. Но вот что будет немного более интересным, это дополнительная защита для доступа в игру. Вот, к примеру, необычный способ защиты для одного древнего кастомного проекта из первой половины 10-х годов. Игроку дается специальная карточка 10x10 по горизонтали от буквы А до буквы H, по вертикали от 1 до 10. Каждая ячейка этой карточки заполнена двузначной цифрой – 15, 01, 17 и так далее. Когда игрок заходит в игру, система рандомным образом выбирает какую-то ячейку, пусть это будет B1. Игроку нужно посмотреть на свою карточку, посмотреть на двузначное число, которое находится по координатам B1, и ввести их в Warcraft. Затем эта операция повторится несколько раз, где также рандомным образом будут генерироваться координаты на карточке, и после нескольких успешных попыток ввода чисел игроку будет открыт доступ в World of Warcraft. Некоторое время назад на канале я упоминал некий проект игроков, где игроки занимаются тем, что восстанавливают древнюю архивную версию Варкрафта. Но не того простого Варкрафта, который был в релизе, а того Варкрафта, который находился в бете и альфе. Они собирают со всех уголков интернета разную информацию о бете и альфе Варкрафта, о которой, наверное, даже разработчики забыли, и по маленьким кусочкам восстанавливают старый Варкрафт. Я уже рассказывал, как они восстановили древний аукцион, как они восстановили систему талантов. За это время они смогли откопать и восстановить еще кучу разных вещей. К примеру, анимации. Старые анимации. А кто помнит, старые анимации в Варкрафте были гораздо более эффектными, чем в итоговой ванильной версии игры, по причине того, что на финальных этапах разработки в угоду уменьшения системных требований они были вырезаны. Были и просто устаревшие анимации. Например, они откопали дореволюционный скриншот с моментом, где какой-то игрок сдает задание. Видно, что при сдаче квеста вокруг него появляется некий синий эффект. Вуаля, во многом, наверное, благодаря этой находке, эффект был успешно восстановлен и реализован в игре, словно как в настоящей альфе Варкрафта. Примерно похожим образом они смогли восстановить старую анимацию жрецов, когда они накидывали на себя щит, или старую анимацию друидов, которые после эффекта превращения окружала игрока дополнительным эффектом воздуха, ну что-то в этом роде. Эффекты от огня на старых оружиях тоже были вычурными, походили на какой-то горящий факел, что также было успешно восстановлено. А вот сообщество откопало парочку в кавычках свежих скринов интерфейса персонажа со времен очень древней версии альфы. Помимо того, что оригинальный интерфейс был совершенно другим, от иконок в правом нижнем углу до банального вида характеристик персонажа, так еще и банальная система взятия квестов отличалась от текущей. Текст квеста походил скорее на вкрапленную в камень информацию вместо текста, написанного на какой-то бумаге, как сейчас. Нашли с квестами они не очень захватывающие моменты. Как многие, наверное, слышали, во времена альфы и беты Варкрафта, да и в принципе ранних ванильных версиях игры, квестов в игре по первоначальной задумке разработчиков было совсем немного. Но эти немногие квесты компенсировались требованиями, которые нужно для их выполнения. Например, вот что они обнаружили. Во времена беты для задания «Награда за кентавров» в пустошах нужно было собрать 200 ушей кентавров. Причем, вероятно, как и полагается типичному ванильному квесту, уши падали не по 2 штуки с каждого кентавра, что логично, если подумать, а по 1 штуке, с шансом 33%, по крайней мере, как сейчас. По итогу квеста, весь инвентарь игрока был просто забит этими ушами. Сейчас же, для сравнения, в ванилье нужно собрать 15 ушей. Сейчас сообщество по-прежнему ищет древние, архивные записи времен альфа и беты и пытается их восстановить, что пусть и займет много времени, но будет чертовски интересным проектом.
Прошло уже более 2 лет с того момента, как вышла Reforged версия 3-го Варкрафта. С самого начала игра получила крайне противоречивые отзывы от игроков. То, что показали на анонсе, и то, что находится в игре, это небо и земля. К сожалению, за это время утекло много воды, и уже вряд ли разработчики вернут то, что было показано на анонсе. Но мододелы решили это исправить и сделать Warcraft 3 Reforged таким, каким он должен был бы быть. Проектов, которые делали переработку графики и компании Warcraft 3 Reforged, было очень много, но я отмечу 2 наиболее известных и интересных на мой взгляд. Первый мод называется Quenching Mod. Появился он через несколько месяцев после выхода Warcraft 3 Reforged и создавался небольшой группой китайских игроков. Во-первых, они улучшили модели, текстуры, окружение, туман, деревья и так далее. Также они допилили чуток эффекты и освещения. Вот, к примеру, небольшое сравнение версии Reforged и китайского мода. Во-вторых, они понемногу начали обновлять старые кат-сцены, улучшая их и делая свою постановку. Вот, к примеру, для сравнения, самая первая игровая кат-сцена игры, когда к пробудившемуся от кошмара Тралу приходит пророк. Как доп. Надстройки появились в компании дополнительные мини-квесты помимо основных, а также ребалансировка некоторых мобов. Условные мини-боссы стали сильнее, в отличие от простых в оригинале. На этой почве в начале своего пути Quenching Mod получил множественные положительные отзывы. Мод стал столь популярным, что в какой-то момент немало китайских игроков начали его использовать для обыденной игры. И даже он использовался как мод для некоторых крупных китайских турниров по третьему Варкрафту. Так что мод определенно обрел успех. Еще один нашумевший в последнее время проект предполагает не сколько обновление графики, сколько обновление и расширение игровой кампании. Называется проект Warcraft 3 Re-Reforged. Помимо переработки катсцен, по примеру, BlizzCon'а 2018 года, где катсцены действительно были очень крутыми, модификация меняет кампанию, делая ее немного интересней. Например, в одной из миссий за Альянс нужно добраться до поселения людей, где оказывается, что орки вывозят в плен местных жителей. В оригинале игрок пробегал через деревню, у западного выхода убивал пару орков и, по сути, все. В текущей версии, когда игрок заходит в деревню, он попадает в самый замес, где орки пытаются убивать мирных жителей. В городе идет полноценная битва, сверху есть счетчик погибших крестьян, а количество орков и масштабы происходящего гораздо больше, чем в оригинале. В кампанию добавляется больше лора, больше локальных сюжетных моментов, больше сайд-квестов, больше игровых взаимодействий. Это в буквальном смысле переработка. Reforged. Причем с озвучкой на разных языках, включая русский. Предлагаю взглянуть на одну из сцен в кампании в 3 вариациях. Оригинальный Warcraft, Reforged Warcraft и тот самый мод Warcraft 3 Re-Reforged. По сюжету, Артас и Джайна понимают, что дело все больше пахнет керосином. Они понимают, что некая плеть заражает все больше городов и поселений. Люди превращаются в монстров. По пути они находят некого некроманта, Кэлтузада, рядом с которым стоит поганище, которого игроки убивают. А Кэлтузад в это время смывается куда подальше. В оригинальном Варкрафте, когда игрок приходит в нужную точку, рядом с Кэлтузадом уже стоят все нужные существа, включая само поганище, которое игрокам нужно будет убить по сюжету. В Reforged версии, по большому счету, то же самое, только с обновленными модельками. А поганище не стоит уже рядом с Кэлтузадом, как в оригинале, а просто выходит из-под амбара. В остальном то же самое. Но в моде эта катсцена немножко расширяется. Происходит крупным планом небольшой диалог между действующими персонажами. Далее Кэлтузад решает впечатлить Джайну и Артаса и воскрешает рядом лежащее мертвое поганище. В общем, модификация абсолютно и точно многообещающая. Однако находится разработка этого мода только в самом начале пути. Пока лишь сделаны автором только первые миссии Альянса, за делом переделать всю кампанию игры. В World of Warcraft подобных энтузиастов, которые хотят обновить графику, тоже хватает. Активно в этом плане в последние месяцы проявил себя человек под ником Axel. В начале 2022 года этот человек начал заниматься переработкой Орды. Он добавил орка, которым можно управлять, прикрепил к нему разного рода анимации, анимации сражения, анимации ходьбы, анимации прыжков и так далее. Затем начал понемногу перерабатывать Аргримар, главный город Орды. Обновил главные ворота, которые расположены в небольшом ущелье и которые ведут в внутреннюю часть города. На скалах рядом с воротами растянулись деревья.
К городу идут караваны и торговцы, которые на подвозках везут разные вещи. В небе над городом летают виверны и транспортные дирижабли. Внутри города по своим делам ходят орки и прочие жители Аргримара. Обычная городская суета. А у ворот трудятся рабочие, которые, вероятно, занимаются укреплением внешних стен города. В общем, весьма интересный фанатский проект а-ля «Как бы выглядел Warcraft, если бы он делался на движке Unreal Engine 5». Ну что же, по сути, на этом все. Благодарю вас за просмотр. Удачи!